Приветствуем всех трейдеров. В этом видео мы рассмотрим стратегию для бинарных опционов Volume Trading. Как работает стратегия на финансовых рынках? Какие правила для покупки контрактов Call и Put? Как отфильтровать ложные сигналы? Ответы на все эти вопросы мы постараемся дать в этом видео. Перед просмотром не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Стратегия Volume Trading разработана на основе объема свечи, который указывает на точки перекупленности и перепроданности базового актива. Это профессиональный инструмент для прогнозирования изменения тренда на рынке Forex, бинарных опционов и криптовалют. Перекупленность – это ситуация на рынке, возникающая после того, как цены повысились слишком высоко и быстро, и скоро ожидается понижение цен. Перепроданность – это ситуация, когда цены понизились слишком низко и быстро, и скоро ожидается повышение цен. Для поиска перекупленных и перепроданных рынков используется индикатор DataVolume. Расчеты индикатора представлены в виде гистограммы и сигнальными стрелками вверх или вниз. Эти сигналы используются для определения момента входа в рынок, где красная гистограмма и стрела означает покупку опциона Put, а синяя – покупку опциона Call. Для фильтрации сигналов индикатора DataVolume применяется дополнительный индикатор Linux, цвет линии которого подтверждает или не подтверждает момент входа в рынок. Сигнал считается подтвержденным, когда цвет гистограммы индикатора DataVolume идентичен линии индикатора Linux. Синий цвет для ставки Call, красный – для ставки Put. После сигнала появится соответствующее уведомление в терминале, что очень удобно для торговли внутри дня. По умолчанию уведомления включены в терминале, по телефону и электронной почте. Для того, чтобы отключить оповещение индикатора, достаточно изменить значение на False. Сделка открывается после сигнала с временем истечения бинарного опциона в одну свечу. Лучшим моментом для ставки выше или ниже будет подтвержденный сигнал на большой свече. Рискованной сделкой может оказаться покупка бинарных опционов после сигнала на свече с маленьким телом. В таком случае лучше не входить в рынок и дождаться следующего сигнала. Индикаторы работают на любом финансовом рынке и таймфрейме, но показывают лучшие результаты на интервалах от M30 и выше. Чтобы улучшить работу стратегии, используются горизонтальные уровни. Если цене не удалось пробить ближайший уровень сопротивления, а индикатор сформировал сигнал на покупку контракта Put, то такой вход может быть очень точным и прибыльным. Отскок цены от уровня поддержки – признак продолжения тренда. Следовательно, если индикатор сформирует сигнал возле зоны поддержки, такой сигнал будет наименее рискованным и, скорее всего, гарантирует прибыль. Альтернативой горизонтальным уровням может быть индикатор линии Боллинджера. Когда цена вырывается за верхнюю или нижнюю линию Боллинджера, а индикатор DataVolume формирует сигнал, такая сделка может пройти практически без риска для депозита. Но не стоит забывать и про ложные сигналы. Торговая стратегия DataVolume – это всего лишь один из методов анализа рынка, который не может быть гарантированно точным. Используйте все доступные вам инструменты технического, графического или фундаментального анализа. Соблюдайте риски и работайте только с проверенным брокером. Трейдинг – это очень рискованная сфера деятельности, где рынок ежедневно меняется. Перед работой на реальном счете настоятельно рекомендуем протестировать систему на демо-счету, не рисковать более 2% от депозита в одной сделке, а также иметь четкий торговый план. Напишите, пожалуйста, в комментариях, понравился ли вам новый формат видео и озвучки. Стоит ли вернуться к прежнему формату видео? Новым зрителям рекомендуем подписаться на канал, мы делаем обзоры на самые прибыльные стратегии для бинарных опционов.